Кому носик прызнуть? Кому носик прызнуть? Можете повторно написать. Прызнуть там, тебе носик, а? Мы Лиз. Написали три в последние три. А? А? Мама, я не помню, чтобы прыгнуть. А у нас сегодня бабушка уезжает, да. Как бы мы не намекали, что бабушка останется с нами еще чуть-чуть. Бабушка спешит к дедушке, переживает, что у него там все кончилось. Что он голодает, так что? Да. Что это у тебя? Что это у тебя? Давай, маме, а ты боишь, что ты вот эту крышку снимешь? Засунешь себе в рот. Давай. Пойдем кушать. Пойдем ням-ням? Кашку. Пойдем кашку кушать. Пойдем? Кашку ням-ням. Пойдем. Ой! Алиса уже получше пытается ходить. Вот так вот. Да, давай. Этот шарик убираем. Пойдем кашку. Ну, а я сейчас Русланчику буду промывать носик, как обычно, это у нас типичная процедура на каждый день, причем не один раз в день, а на ночь обязательно, просто у кого детки с аденоидами, я думаю, те меня поймут, потому что очень важно увлажнять слизистую носа. Сейчас у нас на тестировании находится маринозал трех разных видов, есть с ромашкой, вот его мы уже заканчиваем практически, это, как я понимаю, классический, и иммуно он идет для часто болеющих. Его можно применять для детей с годика, поэтому, в принципе, Алисе тоже мы скоро сможем промывать так носик. В таких вот коробочках он продается. Показания тут немного отличаются, например, с ромашкой он для устранения воспаления слизистой оболочки носа и комплексного лечения насморка. Классический он для ежедневного очищения и увлажнения и для комплексного лечения. И иммуно тоже для комплексного лечения и профилактики ОРВИ, гриппа и насморка. Спреи по 50 мл. Конечно, спреями всегда гораздо проще пользоваться. И за счет того, что это небольшая такая фасовка, ну сам по себе тюбик, да, такой небольшой, его легко можно также брать с собой куда-то в сумочку класть. Никаких противопоказаний нет, то есть допускается даже при беременности и лактации. Я прям по три даже делаю, чтобы хорошенько все у него промыть. Иногда даже по второму кругу начинаю. Действительно очень хорошо увлажняет носик. Знаете, даже до сих пор у нас отопление включено, потому что недавно совсем был снег, я вам показывала, да, в моем видео во влоге. Воздух сухой в квартире, и чувствуется такая сухость в носу и першение. Так что нам понравились эти средства, которые мы попробовали всей семьей. Приводили нашу бабушку, сейчас эту голову помою и, наверное, снимаю, чтобы как-то отвлечься. Причем, что когда ты ребенок, я вот даже по Руслану я смотрю, ты многого не понимаешь, не ценишь. Только понимать начинаешь уже во взрослом возрасте. Мы с Лисей сейчас наводим порядок, потому что приходила только что девочка, которая по объявлению на Юле пришла померить некоторые вещички. Две, кстати, купила. И оказалось, что она вообще живет в этом доме. Представляете, в моем. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Что еще хочешь? Прыг-скок, 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 прыг-скок. Что? Еще? Показывает мне, давай типа еще.
сейчас, секунду. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Ой. Я сейчас нахожусь в поисках какого-нибудь рецепта пиццы с брынзой. В магазине «Охота» эти у нас такой бешеный ураган, 12 метров в секунду, и обещают этот ветер целую неделю. Представляете, все каникулы сидим дома опять. А завтра к нам должны прийти гости, моя подружка с детками, поэтому я вот думаю тоже к их приходу сготовить, а сегодня будет такой пробный вариант. А у нас непредвидимое огорчение. 38 у Алисы, она поэтому проснулась дневного сна раньше. А я как назло не закипятила воду, закончилась кипяченая вода, теперь придется ждать, пока остынет. Выставила на лоджию, буду давать ей жаропонижающее. В общем, я все равно, несмотря на то, что Алиска приболела, решила все-таки сделать пиццу. Как в рецепте, обжарила на сливочном масле луковицу. Никогда так не пробовала. Посмотрим, что получится. Сейчас буду ставить тесто. Я тесто делаю в своей хлебопечке. Просто периодически девочки спрашивают, как сделать тесто. Я вообще не умею. Я все делаю по рецепту. Здесь вот расписано. Есть мерный стаканчик, есть мерная ложечка. Сейчас ее тоже найду. Вот она. То есть, с одной стороны, это как столовая ложка, с другой стороны, как чайная ложка. И вот, чтобы сделать дрожжевое тесто. Это 10-я программа. Оно делается 1,5 часа. Итак, вода 330 миллилитров. Наливаю в воду. Дальше мы добавляем 2 столовые ложки растительного масла. Вот через эту ложечку. Итак, раз. И два. После этого мы добавляем соль. 2 чайные ложки. Тоже при помощи этой ложки, только с обратной стороны. И дальше, как я помню, 4 столовые ложки сахара. Да. Муки нужно 3 3/4 стакана. Я не просеиваю муку, потому что нет ситочки. Я просто вот так вот потихонечку как посыплю. Не так вот прям сразу, да, высыпаю, а немного частями. Кстати, я слышала о том, что вот эти быстродействующие дрожжи очень и очень вредные. Все, хочу посмотреть об этом лекцию. Ну, в общем, эти дрожжи называют, по-моему, каким-то даже биологическим оружием. Так, это 3 3/4. Так, еще бывает, я беру вилочку и просто вот так вот вилочкой немного прохожусь, делаю такие бороздки. Не знаю, нужно это или нет, но не знаю. Мне что-то внутреннее подсказывает, что так надо. Так лучше будет. Внутреннее чутье. Так, дрожжи. Дрожжи, дрожжи. Да, я в Инстаграме, кстати, писала о том, что Алиса съела буквально 4 крошечки хлеба. У нее через там 10 минут просто все щеки покрылись пятнами красными. Она начала раздирать лицо, чесать. Пришлось дать антигистамин, а тогда только через час это все прошло. Но потом краснота все-таки осталась и вылезла еще и на спине, и на животе. Да, кстати, насчет дрожжей 2 чайные ложки. Теперь я просто это все вставляю. И выставляем 10-ю программу. И все. Вот она там месит, и она будет выдерживать там температуру, чтобы тесто поднималось. В общем, вот так. В общем, теста хватит на 2 пиццы, то есть я на половинки разделила. И одна половинка раскатана. Пришлось долго катать, потому что тесто такое упругое, оно как обратно пружинится, обратно становится таким маленьким. И что я сделала? Просто аджикой такой, она не острая, краснодарская что ли, или черкесская. Смазала, дальше положила красные перцы, помидорчик, маслины и брынза. Вот и все. Сейчас, наверное, еще краешки подогну и отправлю в разогретую духовку. У нас духовка какие-то странные звуки издает. Мне так страшно бывает, честно говоря, когда еще дома никого нет, когда я одна с детьми. И странные там звуки издаются.
Представляете, я забыла лук добавить, который жарился сливочным маслом, поэтому открыла и сверху его посыпала. И теперь переживаю, не будет ли он сверху подгорать. Его, я так поняла, нужно было на вот это вот пропитанное как соусом тесто. Да, что ж такое, вот замоталась, потому что дети отвлекают. Ну, в общем, ладно, что получится, то получится. Ну что, спасибо. По-моему, выглядит очень аппетитно. Так вот она прям подрумянилась. Пахнет просто офигенно. Правда, Руслан, наверное, будет ворчать, что нет колбасы.